Есть? А. Но он не успеет сейчас. Ладно, я следующий этот кину. Тут уже все. Ибро у меня, кого тебе ставить? Да, любого. Угу. Что ж вы все набежали-то, а? Жалко, конечно, что у меня дома у всех одинаковый аккаунт на этом, на Ютубе. Могли все, всех, всех бы попросил лайки поставить. А у меня все. С, этот, с отдельным Ютубом. Ну, все. Видишь как. Все равно никто у тебя лайки не ставит. Пусти его на место. Вот не надо наезжать. Не надо. Глеб, Глеб подошел, сказал, папа, я поставил. Да я помню, я помню. Ой, блин, я не могу вспомнить, как он такую фразу сказал. Говорит, папа, знаешь, почему у вас мало подписчиков? Что, блин, я вот не помню, как там такое. Глебушка! Слушай, а можешь мне напомнить, ты нам сказал, почему у нас мало подписчиков? Ну подойди сюда, скажи, я не слышу. Глеб! Ну подойди сюда на секунду. А, ну подай, потом подойдешь тогда. Нет, он походу где-то сидит. Он походу где-то сидит. Ах ты паскуда. Нет, так ты говорил, что у нас мало подписчиков за чего тут? Я не понял. Ты говоришь, папа, у вас мало подписчиков? Я говорю, ты говоришь, ты знаешь, почему у нас так мало? А я спрашиваю, почему? Прошлый стрим. Ааа, паскуда. Ты мне говорил, что ты знаешь, почему у нас мало подписчиков. Ай, все, склерозник мало. Мало, иди, участи. Не, я его нахер удалю, этого Ибру. Он своими этими подскакульками задолбал. Ну, сука. Глеб, дуй. Ах ты ж тварь. Угу, козел. Скотина. Тоже бред какой-то, вот как такое возможно? А что там у него? Я делаю удар, вот именно который проходит. Mm-hmm. То есть не заблокирован ничего. И mm-hmm. Во время этого удара вот делает рейдж. Ah. Не до удара, не после удара. А именно во время как-то вот так получилось. Я удивился, думаю, ну уж не бывает такого, что она ж не дает делать. Ты кикнул его? Нет. Он меня побил, но ладно.
неостановимый победитель. Но я его прессовал, в итоге он меня чисто вот в это вытягивал по мелочам. Так, ты выиграл, проиграл? Я выиграл. Угу. И просто кто-то мне попадется сейчас. Играет этим Факхурамом, здоровым этим, тайский бокс. И у него много таких интересных понизу ударов. Поэтому как бы так миксит то вверх, то низ. Ну нет, я такую. То есть, я думаю, если его прессовать, то он поплывет. Mm-hmm. Прессуешь, и не даешь ему опомниться, тогда да. Нинка. А какой ник? Dream of the Helders. Вот, по-моему, он меня и побил Нинкой. Да, по-моему, он меня... Да, вот... Это раз 5 турниров сыгранных вряд ли. И, походу, я смотрю, это не основной его персонаж. Тогда... Ну, смотри, он там... Вот если тот, это чувак, он прессует постоянно. Не-не-не, это раз вряд ли. Нимка на минималку. Понимаешь, Тарас? Ладно, бой сыграешь, скажу. Бляха, муха, третий бы мог сделать удар. Да что я делаю? Окей. Понимаешь, Нинка на минималках, он не знает, где меня наказывать. То есть, если ты уже меня знаешь наизусть, где мне можно в этот стычку вставить, то это, конечно, делает интересное. Вот. Есть у тебя тройной этот удар. Не вспомню, как выглядит, но там есть два выхода. Или нижняя подсечка, или верхний удар. Ты постоянно делаешь верхний удар. Но вот смотри, вот сейчас я вот вообще не привык к такой нижней подсечке. Потому что он меня пару раз так подловил, это нижней подсечкой. Это я уже потом стал уже вроде так вникать, что сейчас у него будет эта вот подсечка. Я даже не посмотрел, кто там сейчас против меня. Что? Учить. Эти два столбика как учить? Ну. Не можешь выучить, да?
Так сказать? Первые. Выучил? Нинка против Нинки. А, ну значит ты с этим. Ну он такой. Такое. Такое сейчас возьмет меня, замочит. Ну ты как пьяный мастер, это вполне возможно. У меня первый сделал вообще практически в нулевую. Так, все понятно. Значит, после этого прыжок не надо делать, все. Ну окей. Девушка, тише, тише, дай я зайка. Ух ты! Ух ты! Так, иди учись! Ого, прикольно. Женька у меня сделал. Ну-ну. Что мне кажется, это именно тот чувак, который меня сделал тогда. Dream of Favors. Сука, мог вытащить Ибру. Ну зато и, блин, этот, чуть-чуть ему дал о жизни подумать. Этот, он же постоянно же нижнюю этот подсечку видит. Я уже привык, что он нижнюю подсечку, и постоянно практически уже на автомате я отталкивал его ногу. То есть он не делал долгую подсечку, он потом стал стабильно делать подсечка рука. То есть на это уже можно реагировать. То есть в этом плане он уже боится спамить. Я даже не пишет ничего там, о, там типа, победитель я там типа. Так, я пока почитаю телегу. Ой. Ты точно этого добавил, друзья? Посмотри, пересмотри них, а то ж он был в сети, он мне писал, типа, а чё вы меня не приглашаете? Напиши ему, добавь в друзья в ВСГ, я его добавлял в друзья. А как тут посмотреть, типа, кому это? А запросы в добавлении? Ну, я ему запрос добавил, я не знаю, что, я ему сейчас пригласки скину. Напиши ему мой ник, что это, я ему запрос кинул в друзья.
Ну, раз не типичный наряд этого Ноктиса, значит Норизл сам выбирал. Какого хрена он стоит? Чё он творит? Дурачок. Он думает, что это легкий бой будет. На. Нахера он не берет, если он не делает даже стандартные эти камбухи. Ну, шо, чем вот мне Ноктис не нравился, у него настолько эта камбуха это стандартная, ничего не этот, не в каком смысле, лаунчеров особо нету таких многих. То есть, допустим, даже если брать вот Нинку, дохрена лаунчеров, Анку дохрена лаунчеров, Нинница. У этого, там, чтобы так подкинуть, там, ну, от силы, ну, удара, там, 4, чтобы подкидывающих на этот было на комбо выводили. Даже вот Анку. Я вот чем больше смотрю за это, наблюдаю за другими игроками, тем больше лаунчеров нахожу для себя. Даже вот с пола поднимать, там, до хрена отсети. Помнишь, даже этот, когда я прыгаю вот этими ногами, держу, делаю подсечку рукой тебе понизу, вот после этого стабильно идет этот выход на комбо. Мне не всегда получается, но сам факт, что это уже лаунчер. Дурачок. Могу взять да. Пола, вполне навалять Нинки. Нафига. Ну да, херня делать? Какая-то. А вот если бы ты в самом начале кикнул Ибру, он бы пошел по-другому. Все, виноват ты. Надо бы кикнуть в следующий раз, он уже по либасу припрется. Нет! Харе стучать об стенку стулом. Жаловаться. На улицу? С улицы соседи. Ну, он стучит же стенку, которая выходит на улицу. Чё? Стоит возле плиты и стучит по той стенке, да? Блин, а что это на прошлом стриме я так заработал золото? С кем я был в финале? Что-то я не помню. Хорошо, ты в финале кого-то побеждал. Видишь, он хорошо использует этот тычку этот ногой. Вот этот вот поджопник этот. Ага. Угу. Хера полез. Во-во-во, просто грешник постоянно делает. Ага. Но ее легко это. Он по-другому не делает, я бывает иногда и чередую, а он стабильно делает просто этот.
Ты-то раз стабильно делаешь верхнюю. Я к твоей верхней привык. А ты очень редко делаешь, поэтому я начинаю у него путаться. Я ожидаю верхнюю. Блять, не успел. Не успел перебивочный сделать, он раньше проходил. Тварь, 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 тварь. Я думал на этот, на перфект выйду. Красиво. Почти одну треть жизни снес. Тварь. Помнишь, ты меня на меня наезжал, говорю, типа, ты что, не знаешь своего персонажа, что ты проигрываешь? Так и тут-то раз. Одно дело, когда ты сам за него играешь, когда ты против него играешь. Вот я говорю, вот сейчас, я Нинку, блин, знаешь, как говорится, наперед. И поэтому ты этот, примерно уже ориентируешься по этому. А когда берешь персонажа, который вот твой, этот Кунимицу тоже, это же совсем другое. Не, я б его сделал, я просто, это, стал херней заниматься. То есть я просто стал тупо это. Я даже по приколу... Выкалывался перед ним. Даже по приколу этот мой удар, этот удар и нижняя подсечка ножом. Я-то и сам к нему не могу привыкнуть. Я пробую Кунимицу брать, и я у меня практически 50 на 50 пропускаю. Хотя, по сути, я сам стабильно делаю этот удар. Этот у меня стабильно будет, как говорится, в игре в бою стопудово будет этот удар. Тоже, нет, это тоже турнир был этот на турецком аккаунте. Создатель турнира этот Кунимицу взял. Кунимицу у него такой там вроде Сузак, он это, ну, крупный уровень. Он там всех делает. Попался на меня, мы как раз в финал выходили. В итоге я вот как-то так напихался счетом 3-0. Он понял, что, наверное, Кунимицу он нифига не знает. Как так сразу вышел, там другой стал этот создателем турнира. Блять. Мне что вообще как подвисло все? Козел. Блин, как будет, бляха, муха. Слушай, этот пацан не добавился ко мне, я не могу вообще его это. Хочу Ибру. Вот, пускай Ибра зайдет. Вот. Я просто, если он будет, хочу написать Гибра, говорю, а почему ты ушел, убежал с турнира? Позлить его. Миша, чего ты нам не пишешь? Дай-ка еще раз. О.
Братья Яны пришли. Здорово. Привет, привет. Привет, привет. Пока, пока. А нам какая разница? Все равно мы братья Яны называем. Ну если не Стив, то... А. Миша в этом, в чате. Мишаня, мы тебя уже обыскались. Это он с какой, второй или это? Второй, да? Да, второй. А где в чате? В чате PlayStation? Не, в Ютубе. Бонжур, бонжур, сова. Парле франце. Миш, ты хоть подсоединяйся так в этот, в PlayStation тусовку. Хоть поболтаешь с нами. Неправильно ты, Женя, говоришь, она говорит «ля тусовка». А, так ты еще не приехал? Ну, все равно, интернет-то есть. Ну, действительно. Будешь с нами просто болтать. Ты же тусовку войти можешь на приложении? Отлично, твои. На работу, на работу. У меня есть работа, я на ней работаю. Давай я запускаю, что мы будем долго ждать. Давай, еще подожди, Тарас. Ну, а, но я, ты когда подожди, ну, уже это... Знаешь, кто ты, Тарас? Ты профрусетка. Простите меня. Габриэль, хай. Блин, у меня стандартная проблема после того, как пиво выпил. Я не выдержу сейчас. Господи, ты меня с кем поставил? Ну, этот, с которым ты дрался, который играет этот за тайского бойца. Мирка, Мирка, кинь мусор. Не, бутылочку мусор.
Да, молодец. Мне сегодня второй раз за этот за стрим Ниной отхерачит. Стареешь, брат. Да. Наверное, бы Анна бы тебе было бы приятнее, да? Анну ты знаешь? Молодец. Прикольно. Да ё-моё. Прикольно. Прикольно. Яна, ГГ, ГГ. Тебе надо больше этого, больше напора делать. Все нормально, но когда ты останавливаешься, просто это, я вижу сразу же, куда я могу влезть. А так, если бы ты больше это, больше атак делал, что я бы хер разобрался. Прикольные эти связки. Сын, не переставай, больше напора. Блин, Женька, не говори об этом. Я сейчас реально, понимаешь, я сейчас реально в кружку от пива досу. Я не могу отойти. Дайте мне кто это. Отойти от турнира. Я, понимаешь, я сейчас буду играть одной рукой, а другой держать, чтобы мне это не развязалось. Что там? Что это Ян? Этот Армор Кинга взял. Помню, чтобы братья в него играли. Кстати, как этот Гурия Кубица, ты с ним играл? Понял, что я по низу очень слабоват. И стал этот делать, короче, эти... Ну, падает. То есть... ну, я понял. То есть он, у него какой-то есть такой хитрый, то есть бьет поверху, сразу понизу. Поверху, понизу, потом еще какие-то у него этот. Не дает встать, бежит и какой-то подхватывающий снизу удар. То есть раньше себе такого особо не видел этого. Прикольно. Угу.
Ну, прикольно. Я наигрался. Перфект. Меня, вернее, перфектом. Ян, бери этого Армор Кинга вот. Это еще играешь, блин. Тоже надеялся, понадеялся. Сучка. Козёл. Так, ладно, пошел я писать. Да даже я на этот бой посмотрю, этот, как ты против Нины будешь играть. Я в тебя верю. Ну что там? Сейчас бой у вас начинается. Ой. Короче, мог бы я его выиграть, поплыл в конце самом. Даже в конце там пару тычек можно было сделать. А, блин, я думал, я вообще вылетел. Дашка по старому кодхам говорит. Я еще не знаю, как у них. $130 где-то так. Ну это Дашка, это настолько грубо сказал, тут может очень отличаться в разные стороны. Красиво. Вот. Ян, вот это я хотел и видеть.
Ай, блин, думал, верхний удар будет. Что-то рейш не запускал, не могу понять. А не знаю, я заигрался. Ты обоссался. Ну, красиво. Красиво, красиво. Сейчас мне будет пиздец. Я точно знал, что будет пиздец. Классно, классно. Ничего, Тарас, не беспокойся, меня тоже отметерил. Я вот Рамаркингом. Не, мне прикольно, а чего говорить. Тут даже не скажешь, там, оправдание себе не придумаешь. Не, прикольно. Вот это вот его удар последний, который сделал. Нельзя блок поставить, от этого удара уходить. Так я весь смысл... Нет, я весь смысл я уже потом понял. Думаю, блин, нафига я рейдж включил? Кстати, я против удара это... Я, кстати, против этого удара, я не знаю, как ты говоришь, блок нельзя поставить, я против него блок ставил. Нет, раз нет, нет. Вот, это, вот именно где он такой прыжок делает долгий. Во-первых, это самонаводящийся этот. Даже если ты, допустим, за спину на устанешь, он как-то в воздухе переворачивается. Стой, или у Кинга, или у Армор Кинга я против вот такого удара, типа двумя руками, я ставил блок. Вряд ли, вряд ли. Вот настолько вряд ли. Не, ну может есть такой мелкий, такой небольшой прыжок. А вот именно такой большой длинный, это блок пробивает. Я вчера дрался с Нинкой, и он постоянно против моей бабочки, не он, ну, чувак, который играл этим, или Кингом, или Армор Кингом, я не могу вспомнить. Он мне постоянно, когда я типа на захват шел, он мне вот этим подпрыгивающим ударом двумя руками лупил, типа сверху. И я потом стал в блок становиться, и он в блоке проходил. То есть, вернее, не в блоке проходил, а я блок мой проходил. Два часа ночи, что-то ты путаешь. Нет, я серьезно тебе говорю. Я тебе говорю, что я был в блоке. Я потому что мы потом с ним долго дрались, и я постоянно в блок этот становился, и все нормально было. Этого удара в блок не уйдешь, я тебе еще раз говорю. Или не в блок, или я вот это вот Нинкой делал этот, ну, типа, отшатывание. Как перебивочный, я согласен. Как отшатывание, я согласен. Но блок невозможно поставить. То есть, ну, потому что я после всегда после этой всей фигни, наверное, я отшатывание тогда делал. Скорее всего. Потому что удар, лучше от него убегать. У него еще там есть пару ударов таких. У Армор Кинга не вспомню, но у Кинга дофига ударов, которые вот так пробивают, конечно. Такие заподляцкие. Ну, смотри, он сейчас подпрыгнул этими двумя руками. Он не подпрыгнул двумя руками, ты заметь, он локтем боком падал. Вот от этого, да, можно заблокировать. А так как это высоко... Не-не, я точно помню, вот этими вот двумя руками на меня прыгал чувак. Это значит отшатнулся, ну и... Вот есть, вот видишь, есть маленькие, которые, скорее всего... Ну вот маленькие, наверное, да. А вот те большие, которые высокие, вот где... Эти, да, эти пробивают блок. Не, этот хаза, этот кебаб этот, короче, он это... Он херовый. Ну, по крайней мере, просто... я когда с ним дрался, 3-0, он пропускал все. Ты знаешь, что... Я очень такой, очень торможу на нижний удар. Он как-то он это понял, что он и настал меня их тюкать. Вот у Кинга, Армор Кинга нравится этот удар ногой по полу. Знаешь, если у Анки его Нинки просто каблучком так этот типа придавить, то этот, знаешь, так вдавливает. Но. Кстати, вот Ян прикольно использует миды. Понимаешь, не эти не быстрые эти, как бы наказания, а вот именно миды. Я как-то аж говорю, что сидел, что вот даже это типа защита, да, когда ну, прыгаешь вверх-вниз и по любасу попадаешь или в верхний, или в нижний блокируешь удар. Если пробивают постоянно миды, то от медов он не спасает. То есть ты приседай, не приседай, и миды по любасу проходят. Я смотрю, Ян постоянно эти миды делает. Что это Monsteration вылетел? Он же неплохо так вроде Анкой дерется, что... Заметь. Он как-то проиграл первому, и потом все, его что-то вот второму проиграл. Как по мне, Monsteration не только Анкой. По-моему, Monsteration же еще играл этим, по носам. Вспомню, но Анка у него неплохая. Я его, если честно, он не оставил у меня впечатлений.
То есть меня, если там кто-то реально лупит, то я запоминаю ники. Не, ну понятно, что самый лучший, кого я видел с Анкой, это Абилиса был. Что Анка у него, да, этот прессует нифигово, но Monsteration, я помню, что Анка он тоже так вот как-то так. Не знаю, было время, когда я Абилисову Анку постоянно делал. Даже в турнирах, по-моему. Ну не в турнирах, а на стримах у нас постоянно такая фигня. Помню, трава была зеленее, деревья были выше. Не, ну так это так же ж было. Давно это было. О, кстати, нам надо что-то с тобой это отпраздновать, когда у нас 11 января у нас с тобой год. Год, как мы с тобой стримеры. Ладно, молчу все. Да, если бы у нас подписчиков было там побольше, сколько там, 1000 нужно, да, 1000. У нас бы уже монетизация была, потому что у нас часов просмотров хватает да. Всего там, и это, и по просмотрам, и по контенту. А у нас именно вот что подписчики. Хоть бы там на пиво к выходным было. Миш, если ты сейчас еще нас смотришь, в телегу зайди хоть. Ян, вот он часто делает такие паузы между своими этими комбинациями, что там влезть можно. То есть он не давит, он делает пару ударов, останавливается, пару ударов останавливается. Мне кажется, там влезть можно спокойно. Так, ну что, следующий? А, не, подожди. Да, следующий. Не, так а у нас. Нет. У нас же еще финал. Я думал, что это финал был. Я тоже был уверен, да. Ну. Мне Ян, он легким показался, я с ним сыграл 3-2, почти не чуть-чуть вытащил практически его меня. А ты чё, Женька, вышел? Не хотел последнее место получать. Это ж музыка. А год кого, Женька, будет следующий год? Ну, животного. Так, был этот тигра. Сейчас, дай вспомню. Этот тигра. Сейчас. Мобильный пока.
Ну просто у меня сейчас. Кролика. У меня сейчас же. А, кролика жаль. Я думал, сейчас бы так прикольно совпало. У меня жена только что малую свинью назвала. И говорит, надо тебе на Новый год свинью подарить. Я думаю, если год свиньи, это будет вообще прикольно. Думаю, во, будет совпадение. Ну-ну. Мне кажется, вот понимаешь, глядя на этого, мне кажется, даже Миша наш интереснее играет этим лейвлонгом. Он какие-то такие странные паузы делает, то есть он раз останавливается и стоит. Я ему в эти паузы постоянно накидывал. Не, ну видишь, вот есть такие вот профессиональные игроки вот эти, что... Вот эти вот паузы используют с умом, то есть смотрят, как будет действовать противник. Я хочу до сих пор научиться так играть, как играть. Не, ну он... Может быть, он это делал со смыслом, но я тебе говорю, что он когда раз останавливается, сразу понял, о, все, накидываю. Вот, например, Миша, он сразу после этого начинает что-то другое делать. Иногда по фреймам у него быстрее получается, и то есть он может накидать. А тут какая-то это... Абы что какое-то, мне кажется, у него... Миша написал, он в Альпы на работу ходит. Я не знаю, хоть бы открытку какие нам привез с этим, с Франции. Бля, как я ненавижу этого Фэнга вообще, вот как персонажа, он меня настолько бесит. Ну, знаешь, вот до седьмого Текен он меня как-то не напрягал, видно его апнули. После всех этих вот. Стой, подожди, а в третьем он был? С пятого он. Вил сейчас этот прием, да, прыгающий это с руками.
это, по идее, можно заблокировать, а тот выше, вот он нет уже. Вот если вот я сейчас и увижу, у него же есть еще и обычные приемы такие, как бы, когда стоит. Когда, знаешь, такой чуть-чуть разгоняется, такую руку выдвигает и рукой бьет. Угу. Ага, прикольно. Тоже прикольный комбо. Подбивает, на ноги торчат, подбегает и делает захват, который в полете. Что вот, блин, у Кинга и Мардука, вот насчет арма Кинга не знаю, он может захват делать в любом положении. То есть, короче, на у четырех персонажей. У Кинга, армор Кинга, у этого, у Драгунова и у, да, кого-то из этих, Гигаса, по-моему. И не, Мардука. Не Мардука, Мардука. Ну, и у них этот, в любом где-то лежит, сидит. И в прыжке. Вот нет, так там, там самое интересное, что это у Кинга куча захватов, у Армор Кинга меньше захватов меньше, таких. Меньше, да. Ну что мне нравится, не помню, кого из них двоих. Прикол есть такой, что есть захват, когда на стенку подбиваешь противника. Если лежит противник на стенке, идет вообще другой захват, который делается отдельно для стенки. Ну да, и там такой он типа ударов. Ну, вроде бы был такой, типа, для стенки. У кого-то из женских персонажей был. Вроде Лили. Но я мало видел, чтобы делали этот захват. Просто когда просто, помню, на тренинге смотрел этот Лили, и был у нее, типа, захват для стенки. Меня слышно? Да, да, да. Кика этого даблу. Угу. Яну пригласил, кидал? Да, кинул Яну. Яло. Ну что, поехали? Да. Так, кого с кем? Меня пока перекинь с Яном отдельно, потом уже встретиться. Я пока хочу первый бой расслабленно поиграть. Надо же банку возьми. Вот мне банки сейчас чего не хватает. Реагирует на разные ситуации. Я не забываю так топорно торможу. Ладно с тобой, как я привык, что вот уже знаешь, где что-то влазит. А когда с другими играешь, думаешь, блин, что какой-то прием сделать, а вот все вылетает. У меня сейчас, наверное, будет так же с Кунимицу твоей. Я уже отвык против кого-нибудь Кунимицу играть. Какой-то смурф против меня, наверное. Или смурф, или вообще нуб какой-то. Потому что один только бой, первый дан. Странно. У меня, походу, тоже этот смысл, что смотрю его на награды. Зря я Анку взял.
Да, Нубяра. Ну что я творю? Дебила кусок. Прикольно. А что там? Помнишь моя нижняя подсечка, которая этот, с двумя выходами? Один, который по низу бьет, а другой на такой подпрыгивает, ногой придавливает. Но. Я делаю этот удар, и он делает удар такой, знаешь, этот полом, который вот так вот хорошенько вперед бьет. Получается, мы так друг другу проскочили, когда у нас эти два удара были. Дурак. Блять. Какой же дебила кусок. Ай. Ну, и проиграл. Ай. Нахрена я вот этот лес. Нахера ты ранку взял? Ну, я посмотрел на его этот ранг, думаю, о, наверное, можно будет этот... Можно было тащить, можно, но он делал так же, как я делаю с тобой. Ловил на рейдж. Я тебе хочу сказать, учитывая, когда я играю в основном в Tekken на первом дане, это было глупо по дану судить. Нет, он не скажу, что он какого-то более высокого ранга, да, он не... Neman High. Этот, он выше ранг, но он не нашего ранга. Просто его можно было бы додавить, но он просто вот, говорю, он знал, что делал. Но его реально было даже тот же ранг додавить, просто я, говорю, дурак, все два раза, вот, два боя подряд подлез под рейдж его. Поэтому тут уже косяк в том, что не смотрел я. Можно было. Да бывает. Господи, как я этой Нинке проиграл в первом турнире. Да там просто из-за того, что я начал клоунадой заниматься. Ну, знаешь, на ногу подлавливать. Да, такую вот хрень. Бля, действительно удар такой хороший этот, прыжковый. Опять я на ту же самую херню попался. Ай, блядь. Кнопку зажал и сижу внизу. Thank you.
Прикольно. Ай, блядь, что я творю? Ну, как-то так. ГГ, ГГ Ян. Как ты так обреченно сказал? Я даже расстроился, что он проиграл. Не, ну там был момент, когда это, как, по-моему, во втором бою, когда остается у него чуть-чуть и у меня чуть-чуть, и я зажимаю кнопку вниз, ну просто вот автоматом, и значит пытаюсь сделать комбо, и у меня сидит Нинка и просто махает руками внизу. И я понимаю, что сейчас получу звездюлину, понимаешь? Хотя я мог нормально там продавить. Ну, блин, бывает. А кем играл этот, который сейчас против меня? В этот раз не обратил внимания. Это Кубика Рубика. Гиурия. Как-то даже не посмотрел, что он там... Господи, Мирочка, чем ты там занимаешься? Я вижу. А, это ж этот же, который у нас и был, или нет? Да, это ж этот, который в прошлом турнире. Господи. А, он либо лонгом, значит. Да. Блять, он вот этими мелкими паскудными ударами меня затрахал. Ай-яй-яй, не достану. Достал. Ты понимаешь, Женька, что я хотел сделать нижний подкат, и у меня сорвалось. А ты не смотришь? Не-не-не, я сам разберусь. Прикольно так играет Акума против меня, пацан. Он нажимает рейдж. Я такой думаю, блин, что Максим говорил, что надо делать? Подпрыгнуть. Подпрыгивай, как раз этот рейдж его у него не проходит. Угу.
палачи козлина. Думаешь, нифига не туда не умел играть. Блять, ну. Он мне, конечно, это нормально накидал. Я это. Когда прессовать стал, я стал это уже теряться. Гэ-гэ, блядь. Гуси-гуси. Что-то Ян там долго разбирается. Не, нормально он разобрался, докидал ему, да и все. Слушай, Ян, я же еще твои нинки не видел. Вот а, да, возьми, возьми, возьми нинку против Жени. Ну, у него интересная нинка, ну, по крайней мере, когда он тогда тренил. Ну, то есть, делает удары, которые не ожидаешь. Ты, Ян, смотри, он, если ты стоишь вдалеке, он в тебя ножом постоянно пуляет. Так что это аккуратнее, там это в блоке стой, если далеко от него. Ну я не просто так шпуляю, я проверяю. А еще кроме того, Ян, вот блок или нет. Удар у него самый основной, это то, что он ударяет тебя посередине, а потом снизу ножом. Тоже это надо смотреть. Вот про этот удар я и говорил. Про нож вдалеке я тоже говорил. Прикольно, кстати, видишь, он, я когда к тебе подкатываюсь, ты обычно этот раз чуть-чуть ловишь у меня все, а вот он подпрыгивает, Ян. Угу. Красиво. Надо действительно попробовать у меня тоже этот Rage Drive. Вот я тебе о чем говорил. Я как раз вот близко к стенке очень хорошо. Помнишь, мы говорили с тобой? Кстати, вот эта вот рука-нога, Женька постоянно его хавает, этот удар. Вот это с разворота рука и нога. О-о-о, прикольно. Заметьте этот, я от стенки отталкиваюсь, если секунду делать ничего не могу. Это Rage Drive. Возле стенки. Не, ну Ян раньше нинкой вообще нормально божил. Не, Яну, блин, Яну практически больше, что прессовать.
рисовать и хотя бы камбуху. Не, да, да, ну все понятно. Не отмазывайся. Я тебя наоборот хвалю. Не, ему да, ему вот у Нинки прессинга не хватает. Сейчас чихну. У меня какая-то хрень, короче, это, ну, знаешь, счетчик сверху, когда стрим идет. Было, значит, там 9 этих, 9 сообщений, тут херак 18 показывает. Ну да, херово, что убрали его. А кто такой Бэгдусан, ты вспомнишь? Этот учитель это Хворанга был. Он в шестом был, в пятом. Вот такой, типа, тоже дерется как Хворанг, но этот. Ну, такой бородкой был этот. Это, типа, блин. Я на эту хуйню постоянно попадаюсь. Ай, блядь. Я твою кунимицу забыл. Не, я уже вообще нихера не могу. Ну, бля. Решил на Анку. Я опять не попал, да? Да. Блять, я себя на этот рейш ловлю второй бой. Ну, это, кунимицу я хоть реагирую. Забыл я уже. Да блядь! Ну, прикольно. Ты влез в эту херотень? Нет, опять нет? Да пошел ты! Козел, блядь! Пошел ты в жопу! Бля, ну это ржачно было. Я думаю, ладно, не буду лезть, буду тупо на рейш ловить. Два раза, думаю, ну тут ты всегда удар делал. Три раза. А, три, думаю, ну тут ты в любом случае же удар сделаешь, думаю, ну все, сейчас, ну, блядь, ну ржачно было. Не, ну мне так смешно стало, когда я тебя сейчас на рейш поймал, думаю, ну сейчас попадешь. Да, Ян, пока, счастливо, заходи на эти, на стримы. Мой паскудина. Да. Да, давай, счастливо. Учи Нинку. Буду ждать. Успел он слышать, не успел. Вы знаете, что сейчас самое хреновое? У меня у Анки и у Кунимицу есть удары очень похожие. То есть делается одинаково, один в один. Mm-hmm. Но просто дальше идет разный выход. И ты, когда, допустим, я вот играю не Анкой, потом беру играть Кунимицу, понимаешь, мозг не успеет перестроиться, что выход-то другой надо делать.
Бля, я думал, он бы возле Как его. У меня недавно на стриме было, когда в прошлый раз, когда Макс был, когда он говорит, а что ты остановился? То есть я делаю начало комб, потом думаю, так, надо сделать обратно вот эти вот удары, нога, рука. Думаю, или опять, или тычку. И я пока думаю, я понимаю, что тайминг уходит, и я такой херак остановился, блядь. Самое интересное, знаешь, замечаю, что у разных... что у разных персонажей тайминг позволяет. Допустим, у меня Кунемица тайминг вообще маленький, то есть вставить следующий удар. Допустим, у какого-то другого персонажа, у Анки, еще, допустим, позволяет, допустим, аж какой-то доли секунды пропустить этот. А кто-то мне рассказывал, по-моему, Стив, типа, говорит, если хочешь нормально за Нинку играть, поиграй, типа, за это. Возьми себе персонажа, то ли этого, блядь, Джека, то ли Атома этого, Атомика. Типа, ты поймешь, что насколько они медленно двигаются, да? Ну, да и да. Типа, ты начнешь это блокировать всякие тычки там и все остальное. А что ты его ножом снизу не поднял? О, тормознул тут. Ну, блять, надо было перебивки делать. Скотина. Да ё-моё, ну это ж ниндзя не... Да. Так ты наискосок вниз. А не просто вниз. Это боковой нижний. Нет, это мид, походу, здесь проходит. Прикольно. А, блядь. Ух ты! Что случилось? Этот, секунду. Ай, ай-яй-яй! Блять! Я удивился, что у меня комбо прошла, это что он попался на этот, на лаунчер. Угу. Он обычно, смотрю, не попадается и так тормознул. Ну ты последний, да, выиграл. Тормознул пипец, любая тычка была. Да. Блять. Ко дну! Красиво, блин. Блин, вот это вот его отход этот. Ну, я тут такой косяк совершил. А, ну я вижу, да, комбо не продолжил. Сука, не ждал я этой нижней тычки. Вообще не ждал. Не, можно было его, можно, но, блин. Не дотянул. Ясно. Ну шо, заканчиваем да? тогда. Да? Ну лады. Давай Максимка, тогда. Максимка, мы тебя... Да. Гадина, ждали-ждали. Новых друзей обменять.